С вами школа машинного вязания «Изба вязальная». Предлагаем связать имитацию резинки 2 на 2. Быстрый или ленивый способ. Набор выполняем обвивом и провязываем один ряд. И дальше начинаем делать перевитие. Две иглы оставляем в работе. Следующие две иглы перевиваем. У нас есть двухугольный декер и одноугольный. Делаем перевитие. Сначала одна петля. Две петли. Две петли пропускаем. Одна петля, две петли. Провязываем два ряда. На этих же иглах выполняем ту же самую операцию. Две иглы оставляем, снимаем две петли, одну петлю и делаем перевив. Сначала одна петля, сверху две. Получается вот такая чудесная резинка, полностью выполняющая свои обязанности, потому что она отлично стягивает полотно. Убираем бросовую нить. И вот она, наша резинка. Отличная стяжка и очень красивый эффект, но главное просто и быстро. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы вы не пропустили следующее полезное видео, посвященное машинному вязанию. Ваша Наталья Некрасова.